Последняя четвертая серия сериала «Детдом». Приятного просмотра. Аня, вставай. Что, детдомерша? Ой, ну что, твое день рождения настало, да? Да, у моего брата тоже. 10 лет не наступило. Ну что ты плачешь-то? Ну чё? Ничего, да, детство уже так быстро пролетело. Да я не из-за детства плачу. Шо? Господи, глухая бабка, не обзывайся. Вернулся слух? Ой, ну так чё ты плачешь? Братик сегодня за мной должен прийти, потому что, когда нам было по 3 годика, давно он нам сказал, когда у вас еще была повариха, когда вы еще были молода. И я... Так что, за тобой братик сегодня должен прийти? Да. Эх, интересно, как он там? Не забыл ли он о своей миссии? Забыл, наверное. Он же был малой 3-летний. Дебилёнышек. Да, а память у вас еще осталась. Чуть-чуть. Мои любимые родители, спасибо, что вы меня поздравляете с днем рождения. Но мне сейчас не до подарков. Эх. Короче, родители, сейчас я вам расскажу историю. Вы тогда еще были... Ну и все, понятно? Да, блин, мне так стыдно. И мне тоже, дорогая. Ага, а не надо было. Не надо было мою сестру родную в детдом отправлять. Что это за несправедливость вообще? За несправедливость. Да, тьфу, господи, в словах путаюсь. А теперь я иду в детдом. Адрес я запомнил. Адрес Пушкина, детдом Колотушкина. Понятно? Да, иди. Здравствуйте. О, привет. Ты тоже в детдомик идешь? В какой детдом? Я брат моей сестры Ани. А, да? И что, хочешь ее забрать? Да. Кушать будешь? Нет. Да у нас хлеб, только правильно, что отказываешься. Дайте мне мою сестру. О, милёк, ну, хорошо. Забирай свою сестрёнку. Старая трухлявая бабка. Помню, вы были молодая и красивая. Так, ладно, все, давайте мне сестру. Братик, сестра, братик, как же мы с тобой давно не виделись. Да, я по тебе так соскучился. Братик, пойдем домой. Пойдем. Привет, мамочка. Привет. Нам очень жаль, что мы отдали тебя в детдом. Теперь мы никогда так не поступим. И после этого момента никто никогда своих детей не отдавал в детдом. Что ж, это была последняя серия. Надеюсь, вам было интересно. Всем пока!